Здорово. Оп. Заргут. Я сейчас даю девочке. О, красавчик. Я туда сбегаю. Да, давай, засядь там аккуратно. Побежал? Один сделаем, если что, связь по ДВ. Принято.
судя по месту респа, основное направление, откуда могут подплыть, это запад. Понял. Лодка уже ЛДВП-1. Видите? Сейчас их отгонят, наверное, в нашу сторону. Дублировал тебя метку лодки. Принято. Вижу. Заплывает за мыс и остров Ясов. Одна лодка. То есть она куда пошла? Ага. Поставил. Ну вот, метка вот так вот. Только одно, четко. Да, они за островом проходят. Они, наверное, вот за этим большим островом будут проходить, который на 300 у нас, 320. На юг просматривают далеко, до большого острова, где Дереспец. Видел только одну лодку. Последний видел. И вот 4 идет. И меня проходит, Саныч. Да, докладываю. Ты можешь по ним пострелять, в принципе, блядь. Наверное, на меня свернут. Да, нет, толку, чё со стрелкового. Тут их раз, 4 штук, 5 плывет, блядь. Видишь всех, да? Да, но мы можем отогнать их от берега. Нет, не будем стрелять. А они не швартуются, они мимо проходят. Даже не пытаются зашвартоваться. Пять, шесть, семь.
написал ты это, Глеб? Да, на связи. Мне Сатриножка подогнать, по-моему, я в вашу сторону. Не-не-не-не-не, они лодки ушли, они не сделали высадку, они плывут дальше. Принято, Ушевского. Это, ну мне что, возвращаться к тебе или летишь патрулировать? Да пока смотри, пока сиди. Пошли, Урал, грузись, поехали к своим. Сейчас, подожди меня. Вроде они выступы не сделали, они ушли. На их никакой переходим обратно. Да, давай. Садовник тоже возвращайся и бинокль мне возвращай. Санта, едем к вам. Джон, принято. У волков высадка, ухожу с ДВ. Ага. Волки, 8 лодок было, считайте. Бля, повис. Повис. Что еще раз? Я все нормально, нормально. Дрон, ты меня голосом не слышишь, да? Нет, пока. Ты сейчас назначаешься экипажем на М113 до конца ее жизни. Вот. Посмотри сейчас карту, как мы будем ехать. Мы едем назад по тоненькой зеленой линии наверх, потом поворачиваем направо, и у тебя зеленым нарисован маршрут. Толстой зеленой линией. Наблюдаешь? ВП-2? Да. Принял. Погодите, вы куда? Зачем на ВП-2 собрались? Я просто его предупреждаю, как мы сейчас ехать будем, чтобы карту посмотрел уже. Садовник на позиции. Угу. Бля, что-то я подвисаю жестко. Я прям тупо экран замирает на пару секунд. Ну,
Да, если бы он бежал от 113, он бы не успел. Я только одну успел заметить, блин, Флойд. Это сейчас про что? Ну, то, правильно, что он вылез там на Т-образной перекрестке-то где-то. Просто как, мы когда высадились, я только хвост этой колонны успел засечь. Ну, тайминг поймали, да, молодцы. Здравия желаю, товарищ командир. Здравия желаю, товарищ. Чё в кустах сидим? Того боимся. Понято. А я на водителя не могу сесть. Почему? Не знаю, выкидывает только на командира. Пусть еще кто-нибудь попробует. Попробуйте все. На крайняк я сяду, но будет хуёво. Я не уполномочен управлять в техникой. Урал, попробуй сейчас тоже. Так лучше не трогай. Лаком выкидывай. Урал, прыгни и попробуй. Не выкидывайся. С командиром. Я повезу. Да нет, нет, не бросим. Чё, я поездил? Нет. Следите за секторами. Оружие возьми, как сказать, за какой стороны. Урал, ты на стрелка можешь сесть на 13? Да. Вот, мы пехотка как раз загрузится вся. Хаммер можно оставить, мы тогда будем горцевать на 113 и прикрывать своих. А нашли кто может управлять? Я могу управлять. И я могу. Только командир. Хаммере поеду, вдруг надо будет оперативно снимать. Да, давай, давай. Урал, с тобой можно? Нет. Все на борту. Садовник сел? Садовник на борту. Лайко, это на борту. Вот, все, можно идти.
кер төбін алғылар. Кер чағы сілкедеп, алтай батырлар ойғыдыр. Қай сестері доғып, қалық еонға барғыр. Қая ташлар, қарға тулар, қаяның мағын солар. Езін болсын туларға, Езен болсын суларға, Езен болсын юртыма, Енем үскілген теріме. Ерді қалған бұл ештінен, Торы қалған алдайын. Заправщик на дальний. Кто-то одни, поднимитесь на гору, посмотритесь. Северо-восточная метка. Не, не видно. Ну, видно, но пока не видно. Нет, пока нет. Потом пошел. Уже там, не на дне иди. Там за тобой. Двигаемся на азимут 50. По левому склону этой горы, вдоль зеленки. Слушай, идущий клон не отвечает, Эндфайр не отвечает. Здесь заправка с волками сожжена. Кажется, они тут взорвались. Движения не вижу. Останавливаемся на кромке леса, каждый кустик себе ищет, осматриваемся внимательно. Все, что перед нами находится. Еще раз не слышите.
Проверим, да, скажем. Глеб, видишь белую метку, идущую заправку? Да, вижу. Надо ее проверить. Хорошо, мы сейчас пойдем тогда. Нарисовал маршрут, которым двигаться будем, Санта. А ты его не видишь. Да двигаться мне все равно, как вы двигаетесь. Хорошо, ну просто чтобы вы знали, мы справа от вас будем вдоль зеленых идти. Побежали, группа со мной. Будем подкатывать, дядь Вась, командуй. Пока, а давай сзади подержимся. Принято. Сейчас пехота зацепится. Расстояние побольше друг между другом, кто потеряется. Я пока вижу относительно, хорошо. Я думаю, знаешь что, взорвали и ушли вглубь на юго-восток. Идут к электростанции. У каждого своя задача. Зашли, взорвали, вглубь пошли. Зашли, да. Ну, смотри, здесь вульфы были. Взорвато. КСК, враг, метки. Все, что будет перед нами, предположительно противник. Вульфая метка стоит, взорвут, скорее всего. Они идут вглубь, соответственно. Ну, сейчас проверим эту заправку. Можно на перерез рвануть. Ну, там, возле этой, а ну вот Sugar Company, возле этой сахарной компании, можно их перехватить, пешком идут, мы на колесах. А, ну да, как варик. Глеб, метку отделения не перевнизу. Сейчас будет, да. Доходим до камней, закрепляемся, осматриваемся. Я обновлю метку. Метку обновил. Восточный камин. Флотик, хвост. Кому-то передохнуть надо, пулеметчик. Да похер, пошли. Да, чуток. Валяйся тогда. А ты кто сказал, похер, пошли? Садовник. Садовник, я сам решу, похер или нет, договорились? Ребята. Просто я тоже пулеметчик. Ну тоже на пузо ложись, отдыхай тогда. Могу тебе свою ракету отдать. Давай я заберу флойд, чтобы полегче было. Давай, подходи. Я возле камня. Так, это самое. Сандер, разрыв слышал? Еще раз. Разрыв слышал? Нет. Где-то вдалеке, направление не знаю. 80. От нашей метки. Значит, утверждаю, значит, 80, в районе 100. Белой метки. Был разрыв сейчас. Саныч, можешь метку на ней поставить? Ну, возможно, ее как раз сейчас выебали. Понял. Наша вот желтая, вроде. Все передохнули. Давай параллельно к ним подкатимся по дороге. Да, за склад, блядь. Плюс. Азимут 60. Взял параллельно к вам. Принято. Вы на технике, да? Да. Слышь. Азимут 50. Наши бойцы, там ли был разрыв, предположительно противник орудует, так что мы его потихонечку догоняем и, скорее всего, будем выбивать его. Но только двух бойцов за собой вижу, остальные где? Они потерялись еще? Трое бегают за тобой. А четвертый где? Да, есть все нормально, садовник.
Тебе видать или как-то покрутить? Нормально, нормально. А тут привал, догоняйте, я осмотрюсь. Слушай, а если мы... Глеб, ты можешь выйти на 91-ю высоту, просмотреть в бинокль заправку, если она горит, то нет смысла туда идти. Стоит даже отсюда, оттуда а должен. А ты думаешь, мы догонять не будем их? А, нет, нет, нам зачем их догонять? Они все равно все придут в один сектор. 91-я это какая? Я вижу 61-я. Ну вот ты стоишь рядом с ней, она восточнее от тебя. Принял, хорошо. Так, сидите тут, я сейчас с вами вернусь. Я направо, на восток, 100 метров от вас буду. Прям один пойдет? Да, у меня в одно бинокль. Да хуя лишних вопросов, да хуя объяснений, блядь. Всем стоять, ждать меня, все, съебался. Нахуй там еще какие-то за один пойдешь, вдвоем. Возьмешь ты с собой рюкзак, носилки, блядь. Мангал шикарный. Слушай, ну я заправку отсюда не вижу, и дыма тоже не вижу. Может, они пытались, у них не получилось. Мы, в общем, дальше будем двигаться сейчас. Группа, я к вам вернусь, потом побежим. Азимут движения 50. За мной побежали. На какую заправку они бегут? На идущие 10 тысяч? Все, молодцы. Да. Ох, блядь. Ну поехали к пацанам, хули. Поглядывайте на азимут 30, на наличие дыма. Побежим. Сейчас выйду. Перед тем, как мы стартовали, сейчас был дым на горизонте, на маршруте. Ну у нас сейчас где-то слева от нас дым есть, а вот на азимуте 20 я дыма не вижу. Так что придется уже точно посмотреть. Опа, группа в зеленку, заходим у стоп. Санта, я вижу, лодки стоят. На азимуте 0 от меня, сейчас я метку вам поставлю. Ну они там высадку делали, там не должно быть пехоты. Там она вроде двигается. Ставь метку. Да, двигается. Лодка двигается. Две лодки двигаются. Метку быстрее. Давай на берег нас. Сейчас почекаем их. Мы на берег. 2Х. 2Х метка. Ребята, у меня за городом по 3 лодки работают. Вижу. Давай, давай на берег меня. Сейчас по рельсам выйдем. Угу. Командир, повтори, не слышим последнее сообщение. В зеленку заходите, в гору заходите в зеленку, дальше по тому же азимуту и закрепляйтесь. А мы закрепились уже здесь. Ебаное говно. Вижу, 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 стой, 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 стой. У нас сдвиг по наведому. Работаю? Да, да, работаю. Две лодки ушли восточнее, одна уходит на запад, одна идет медленно. На месте. Санта, вы по нами передали или мне передать? Высадку делают. Блять, не видно нихуя, она свет повернула. Санта, по нами передали? Еще одна лодка уходит. Группа Азимут 35, двигаемся за мной. Азимут 35. Че? Алды, лодки, где работаем по лодкам, две лодки отплывают на берег. Давай сдвиг. Да, да, я слышал. Зарядка. Поставлю. Ай, да! Да, да! Да! Не слышу тебя, плохо слышу! Кто это? Тихо! Не стреляй, Урал! Поднимаемся. Кто говорит прием? Поднимаемся. Как я сам там?
связи, на связи. Алло, кто говорит, кто меня вызывает? Да, слышу. Глеб, постойте секунду, догоняю. Привет, Лосу, в этих джунглях закрепляемся. Нет, Лосу, Восток. Моя группа, вы все услышали? Мы в этой зеленке закреплялись. Да, мы стоим. Санта поставил, две лодки уходят. Ёбаная ДВшка, блядь. Станция. Я ничего не слышу, не понимаю. На связи. Маскил живой, на связи. Понял, свою ты держишь, да? К ней метку какую ты держишь? Штаб, это СВР, Маскил выходит, он держит заправку, у него все чисто. ДВшки нету, на связь выходит через меня. Метку на него стоит Маскил актуальная, а не там. Принял? Маскил на связи? Все, понял. Давай, давай, все. Все, идущий, он тебя принял, все слышал, все понял. Глеб, продолжай туда двигаться на белого. Да, сейчас сделаем. Брал, все... я тебя подкачу. Это Драм всех нашел? Флойда нет. Флойд, ты где? Флойд здесь. Ты нас видишь? Я... Меня? Бельфонс пробежал мимо меня справа. Все рядом. Все, замечательно. Кто такой Лакома? Все, всех нашел. Опасно. Санта, мы куда, на белую пойдем или на высоте? Да, да, надо проверить белую. Принято. Группа СМ-20, двигаемся вниз. Тут будет у тебя обзор? Я дома смотрю, да. Сектор, чтобы не выбили. Угу. Ты смотри туда дальше. Я берег пока смотрю, куда лодки причаливали. Да-да-да, а я дома смотрю. Если какой-то ебало будет высовываться, сразу дам тебе знать и буду сдавать назад. Ой, ебать, тут движня нахуй. ДВшки не слышно, ничего не слышно. Они за гранью там, блядь, приемы. На 30 гору видите? Там еще такое одиночное дерево большое растет. Я пехоте говорю. Это наш ориентир. Мы сейчас идем в ту сторону и будем эту высоту занимать. Лаком плюс. Плюс. Слушай, Урал, мы можем выскочить на горку, которая на 40, блядь, посмотреть на заправку, если целая, то, блядь, там остаться. Если горит, то смысл туда пацанам двигать. Блядь, ну там где-то в стороне высадка была, не боишься? Давай сбегаем. Давай. А также обновление информации, у нас перед нами есть союзнические войска. Чуть подальше на севере. Так, Глеб, мы сейчас выскочим, блядь, туда, в район заправки, глянем и там определимся. Хорошо, мы высоту займем, это любим. Да. Камень! Задрифтил, пока. Ну целое, явно целое. Я опять только трех бойцов сзади вижу. Справа, справа, справа уйди. Садыч, вправо уйди. Принял, хорошо. Да, давай, сейчас там попидим, посмотрим. Нет, она взорванная, нахуй. Заправка уничтоженная. Так, все, Глеб, закрепляйся, заправку уничтожу. Заезжайте тогда под высоту. Сейчас я метку поставлю. Группа, под высоту заходим, мы сможемся.
еще раз иду. Погодите тихонечко. Ставь метку на Алдов, куда мы двигаем. Принято. Все, у самых первых деревьев собираемся, нас сейчас заберут. Лаком, сэр. Садовник, ко мне сюда. Я на западе. Проехали нас. К 113 бежим. Все, Урал, тормози. Десанта, кто у вас там заворот? Еще раз. Погоди. Грузимся. Принял. Нечестра на борту. Флойд на борту. Лаком на борту. Мы все сели. Секунду. Едем по синему маршруту. Едем в город, где респались. Прям. Хаммер будем забирать, нет? Нет. Мы все залазим, мы похуй. Слушайте, у инашников, блядь, заправщик, враг пытается отбить. Наша задача не дать им врагу забрать этот хаммер ебаный, помочь инашникам. Подъедем, вас скинем, пойдете по городу, там будут свои заправщики, враги. А известно, где враги, на севере города? Не знаю. Ворга на дальний? Глеб, запрашиваю его. Спешитесь, пока мужики рассосите. Спешимся, уходим на восток. Нам ехать туда, нет? На восток деревья. Вот. Каждый под дерево, круговая оборона. Понял. ЛД принял метку, еду туда. На ком восток? Глеб, север. Стран юг. Флойд с юго-востока. Флойд запад возьми. Грузить. Грузимся. Давай 4. Принял. Алды. Алды давай. Садись. Смелей, господа. Идите все на борту. Да, я вижу, все на борту. Отлично. Так, стоп, я на борту. Начал движение. Все, поехали.
Что, нас отправили на восток сейчас, да? Да-да, ты видишь, да, Медбелл, да? Вижу. Что там происходит? Не знаю, оборонять надо. Заправку, заправщик. Я предлагаю вам встать на 116-ю, а мы спешимся. Сейчас вас скинем, там разберемся. Я вас заранее высажу. Еще бы эта калоша ебаная ехала в гору, вообще было прекрасно. Тебе метку нарисовать, как ехать? Не-не, у меня все есть. У нас два варианта. Либо мы в вашей же зеленке остаемся на высоте, либо мы идем какие-то дома занимаем уже в самом городе. Я проеду через 164-ю, блядь, и там буду спускаться. На склоне 164-ю тормозну, вы спешитесь. Угу. Пойдете потихоньку. Хорошо. Если тут какие-то выстрелы, война или еще что-то, я отъеду какое-то расстояние, вы сразу спрыгиваете. РНА, понял? Что это? Блядь, она неуправляемая хуйня. Пацаны, держи. Блядь, без нее нам пиздец тут бегать. Аккуратней. БТРНА, блядь, едет за Танукой на север. Слышь, Санна. Надо такие фразы просто вырезать, потом из видео и в сам поле вставлять. БТРНА едет за заправщиком. За заправщиком. И, кстати, он там катается, где мы туда не едем. Глеб, на нас нет. Сейчас. Кинул. Бля, в этих ебаных стеклах отражается все, сука, нихуя не видно, бля. Да, да. Я эта хуйня еще не управляю, понял? Она читает влево, вправо, блядь. Че за стоп, стоп, машина слева, блядь. По-моему, вражеская. ЛТ метка актуальная, какая-то тачка стоит, блядь, не нашинская. Азимут на тачку дайте. На север пехота ушли в зеленку. Она стоит вот 20 от вас. Машина пустая. А, джип какой-то стоит непонятно, блядь. Вы в камуфляже. В зеленке распределились, 113-й посмотрит. Наш, ментовский наш, грузись обратно. Грузимся назад. Все принял. Поставил метку на него. На борту. Устра на борту. Трогаемся. Блять, вот это путешествие, а? Всю жизнь мечтал кататься слева направо, справа налево. Не, ну прикольно, что мы там своих выживших нашли. Интересно, что. Особенно там для видосика какого-нибудь, типа, о, выживший.
Прикольно, прикольно. Странное у тебя представление об армии, бля. Чувак, я на этом проекте 7 лет, мне вообще странно стало. Чувак, ты 100 часов наиграл за 7 лет. Тебе надо в Half-Life играть, да наслаждаться. Большая, ёптать. Хоть 30 лет, если у тебя 100 часов наиграно. Я тут проеду. Саныч, я не знаю, обижай, блядь. Бля, я нихуя не вижу. Не, это че пизник, пиздец, ты забрел, блядь. Все, блядь. Лайком сейчас толкать будем. Так, тихо, на. Сейчас, секунду. А как тут нам проехать? Там война справа идет по борту. Вон по югу поехали по железке, блядь. Да-да. Слушай, сам чекни карту, посмотри, как ты уже нас поставил. Может, нам туда же? Да, да. Нет, они туда, куда нас засылают как раз. Короче, были взрывы ГПшек или гранат в районе этой сахарной компании. Там уже враг, блядь. Бля, вот тут где-то тропинка есть. Не вижу ее нихуя. Нет, нихуя, Саныч. Вот она, прямо, езжай. Блять, надо по железке ехать. Цель, я тебя брызу по тропинке не прижу. Все будет красиво. Куда она поворачивает? Прямо, поедет. прямо, Джей, прямо, не сворачивай никуда. Она ведет сейчас прямо. Прямо, давай. У тебя, короче, слева выше, а справа ниже. Сейчас правее маленько. Сейчас рвану нахуй, блядь. Стоит, скажи, кто? Моя метка, прикольно. Да, ну сейчас я объеду поближе, я пиздец в ебенях смотрю по метке. Метки тебе поставили, Глеб. Сейчас я вывезу вас. Да, вижу. Нихуя тут шалаши, бля. Он цыганский поселок. Господа пехотинцы, у нас будет высадка. Ждайте, что... То есть мы сейчас будем в леску? Куда? А, нет. Нас высадят, мы будем в лесу, мы пойдем на кромку леса. На юго-запад будет отделение противника.
Сатана орёт, блядь, нахуй. Блядь, не боишься? Браво, внимательно вперед. Да я-то, думаешь, вижу, что ли? Как могу, сейчас, блядь. Сейчас потом встану, пацанов, пацанов скину. Сейчас мы спешимся, походу, бежим сразу. Я вам дам азимут, например, на юг. Под гору. Азимут 160, спешимся. Азимут 160, гора, бежим под эту гору. Вперед. Одному кого-то не хватает. Много пехоты двигается на юг в горы. Ну, а мы у них по пятам. Алды в тылу у них, поджимаем их. На шепот перешли все, дорожку перебегаем, возле меня закрепляемся. Я обновляю метку. Урал, смотри по красной, выкачу сейчас, блядь, и вперед смотри, там враг. Давай. Принял. Возьму 160, дальше поднимаемся на гору. Там буквально 200 метров и останавливаемся на вершине. А у нас уже очень близко противник, будьте готовы. Нихуя не видно, Саныч. Все, на вершине закрепляемся. Вообще прям пиздец. Ну, блядь, 50 метров дальность видимости. Ну, смотри, мы... Значит, дистанция 250 метров ровно на юге, ну, смотрю, от нас. Смотрю. Там есть, проходит дорога, видите? И там обнаружен противник. 250 метров от нас ровно юг. Блядь, Санта, что будем делать? Нихуя не вижу. Ждем, ну, пока вы встанете? Идем за ними или что делаем, идущий? Ну вот это, где легион бочек там и так далее, все туда. Двигай туда. Не-не-не, там Глеб лес. Хорошо. Стой, я туда не заеду, я стою пока тут. Потихонечку спускаемся вниз. Не торопимся, готовимся воевать. На противнику заходим в тыл сейчас. Так, да, вот, тот же азимут 180. Тебя вывезти, там сам... К заправке мы. А, ну куда маршрут? Сорванная, где пехота? Давай на синюю метку меня, Саныч. На какую синюю, не вижу. На кромке леса. Дорогу, да, пока не перебегаем. На кромке леса закрепляемся. Вот оранжевая. Нет, розовую. А. Прям по дороге проедешь. Ну, блядь. Если что, съебемся. От нас на азимуте 160 стоят метки на врага вдоль дороги. Мы сейчас будем двигаться вдоль дороги. А, подожди тогда, вниз. Подожди. Вот здесь, стоп, стоп, дороги. Никто не потерялся еще? Все, тронулись тогда. Группа стоп, ложимся. Урал, даю метки на врага. Давай. Пока не палимся. Пусть 113 первый начнет работать, пока не палимся. Лежим мы с левой стороны от дороги. Синий метр. О, блядь, как хуёво. 113-ка выбитая, поставьте черным. Что-то синим тоже там кидают. Санта, мы закрепились, палиться не будем, если что, чтобы вы первые начали работать. Не, вы, наверное, все-таки идите, мы нихуя не видим. Мы по лесам этим ездить не можем, воевать не можем, только в открытых пространствах. Все, что есть на врага, продублировал в КВ, смотрите внимательно. Слышь, а если, блядь... Подвигаемся дальше с левой стороны. На юго-восток. Да, на юго-восток, да, я тебе говорю, до заправки, на похуй, давай. Я прям по горе буду ебашиться. Только я внутрь сейчас сяду, подожди. Поехали! Секунду. Так, это Алды 113, еду на эту заправку, прям по дороге пролечу.
Никто не потерялся еще? Эх, хуй с ним, я выглянул. Давай. Это выбитое стоит, да. Вижу, вижу. Проверьте все, что на шепоте. Ёбана в рот! Осматривайте каждое дерево, каждый куст. Оп! Впереди нас, блядь. Ну кто-то свой, я думаю, садовник, наверное. По-моему, взрыв был сзади нас, блядь. Да. В шлеме. Давай, давай, на дистанцию, нахуй. Заебись. Садовник у проселочной дороги. Что еще раз, ты видел кого-то? Проселочной дороги. Ну, 113-я заняли заправку. Она целая. Пехота через 213-ю, скорее всего, идет на электростанцию. А, я вижу на 70 от меня. Санта, сейчас метку тебе поставлю. Что-то горит. Да, в этих джунглях ищи пехоту. Черными метками в КВ поставил выбитую нашу технику, которая стоит. Санта, в тоноуке поставил черную метку, видимо, заправка горит. Судя по азимуту, это она. Да, блин. ГГ, это заправка в тоноке горит, где 3000 идущие. Группа просылочную дорогу перебегаем, дальше остаемся вдоль зеленки, это слева зеленка, от асфальтированной дороги. Восток, вижу пехотинца, бежит в нашу сторону, посадовый. Сейчас проверю. От дороги бежит по полю. Там восток. Своих не должно быть. Восток. Прям на нас идет, прям на садовник. Андрей, шлем есть на нем? Есть где-то там у вас, по синим меткам, где синие метки или горит там 113-ка? Ну восток ровно, блядь. В поле, вон, возле все камышей. Все, кто колы там есть, да? Все. Ориентир, красное здание, блядь. Все враг, смотрю, все враг, вижу. Своих нету. Да, это враг, это враг. Своих готовились. Секунду, пусть выбежит из кустов. Готов. Санта, азимут север меня, давай на азимут север. Три пальмы где-то там. Быстрее, 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 за дорогу видел его. Прям через дорогу давай. За кустов вылази, я его ёбну. Канал группы продублировал вам еще одну синеметку. Давай, 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 давай. Он вас обнаружит, когда вам будет очень удобно. Огонь свободный, но я надеюсь, что эффективно первый выстрел произведете. Все, стоп. Остановил. Стоп. Сел, видит нас. Надо работать. Работайте, работайте. Работайте, сразу работай. Сука, тут камыши эти ебаные, блядь. Я прям видел, как он бежал. А вот он. Постарайтесь укрытие найти, если ответка пойдет с востока, чтобы вас не пришли. Сам 15 на зиму 20. 70 метров он лежит в дереве. Может, гранатка ему забыть? А зиму 20? Да это от Санты. Давай, задаем его. Ориентир большое дерево, он внизу дерева лежал. Под деревом. А, вижу на высоте, азимут 90. Справа по борту, гранатометчик! Блядь! Санта! Ну это давит меня, блядь, нахуй! Все, внимание на 113-ю, где рядом там пехота, надо ее убить. Гранаты кинул! 113-я с низины, выйдите! Да погоди ты, блядь! Группа, группа вдоль сейчас, дороги, Санта, бегай. Снижаемся, дальше бежим вдоль дороги. Я ранен, сильно ранен. Гранатки дай в его сторону. Группа я слева, я в кусты урал. Понял, понял, вниз, понял. И потом идем 113-ю спасать. Понял, Санта, подожди, я гранатов сейчас закидаю нах. Бежим дальше, низко.
Одного минуса не было в дороге, и потом поворачиваем 113 и помогаем. Играем в ту сторону. Привет, молоко, привет. Сюда не подогнем? Восток! Противник с востока и с северо-востока. Санта жив, ура. Живые, сотки живые. Сотки работают, сотки еще. Восток, старина, по-моему, работает. Да.